Ну хорошо, мам, мы переехали. Да, вот привет, ребятушки, всем. Ну что, иди обселяйся, это самое, обселяйся. Пойду Иру ложу спать. То мы пришли сюда очень рано, как мы любим сюда приезжать в квартиру очень рано. Пинг, пик, пик, пинг, пинг. Снимай это свой обруч. Я пошла поселяться. Я тоже. Утром. Так, иджик. Шик. Бинг-б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 инг. О. Вот, ребятушки. Вот так вот я переодеваюсь, ребятушки. Так, все, я... У меня вот эти не переодели, я так поисляюсь. Спать, спать. Так, что у нас есть кушать? Ничего. Так, хорошо, тогда я поставлю себе сюда. Мама, я сейчас включу камеру. Так, чай. И кусать. Надо маму послать в магазин. А, я хочу второй порции. Я готова. Иду маму будить. Вставай, 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 вставай. Что ты мне будешь, господи? У нас в холодильнике нету еды, хочу кушать. Типичная я. Ой, хорошо, сейчас соберусь и буду идти тебе. Буду идти тебе покупать еду, господи, ужас. Если что, это не коньки, это ботинки. Так, у нас есть хоть пакеты? Артюха, Лиля и Владик спит, алло. Господи, я в магазин, господи. Пя-пя. Хе-хе. У мамы уже в магазине. Почему нет пакетиков? Где пакеты? Где пакеты? О, ну хоть один пакет нашла. Так, это же не полезная еда, не полезная. Одни какие-то тарелки с супами. Господи. Мне, пожалуйста, кофе. Да-да, хорошо. Держите. Спасибо большое. Так, здесь только неполезная пища. О,
Суши, рыба, рыба, суши. Короче, какой-то не тот магазин я зашла. Пойду в другой магазин еды. Потому что здесь вообще ничего нормального нету. Ужас. Что-нибудь хотим? Покупайте пиццу. Чего-нибудь хотим? Нет, нет, извините. Так, ну хотя бы я здесь уже. Так, здесь игрушки. Игрушки. О, ну наконец-то нормальная пища. Курицу, рыбку, мяско. Пакет с картошкой? Нет, шутки, спасибо. Возьму хлебушка. Ну, можно считать, что это хлеб, да? Да, можно. Хотя нет, нет. Зубную пасту надо купить. Так. Вот. Огурчики. О, красиво. Хлебушек. Так, типа, вы ничего не видели. Капуста. Мандаринчики, мандаринчики. Все, я взяла другой уже пакет. Вот, держите. Да, спасибо. Угу, пожалуйста. Надо идти уже в другой, новый магазин. В третьем магазине. Фух, ну тут я уже точно закуплюсь всем, чем надо. Стоп, но нет у меня... Но есть одна проблема. Здесь нету кошачьего корма, есть только собачий. А, ладно, возьму собачий. Так. О, молоко. Молоко. Нет. Ой, господи, возьму ей шоколадное молоко. Она очень любит шоколадное молоко. И такое тоже возьму. Яичко. Так, яички уже не влезают. What the hell, блин? Так, господи. Сырок. Так, мне надо взять яички. Так. Ну вот, освободила. Так, там надо сахар, а вот соль. Все. И доширак. Чипсики. И вареница. Опа, все. Лучше сама оставлю вот это вот. Вы ничего не видели. Вы меня никого не видели. Вот это беру и вот это беру. И вот это беру. Все, уже не влезает. Уже не влезает. Все, сейчас. Так. Блин. Все, я выкинула случайно. Держу. Так, это беру, ребятки. Так. Иришка, давай будем в падке. Так. Так. Возьму, ладно, шоколадное возьму. Вот это возьму. Так, все. Взяла, короче, все самое последнее. И мне надо только сахар. Все, я все взяла. А,
Да, еще могу яички вместить. Вы что, у меня яйца отбираете? Ах, да, извиняюсь. Извиняюсь очень сильно. Так, я бы еще бананчиков мне бы взять. Бананчик. Вы тоже ничего не видели? Так, я опустошила, короче, полки магазина. Все, мне, пожалуйста... А это что у вас за пакет? Не из нашего? Нет, не из вашего. Держите. Все. Это мои деньги вам. Так, подарочек. Все. До свидания. Спасибо за услуги. Да, приходите еще. Очень жду. Да что орать опять? Короче, вот держи, это типа с подарочной упаковкой, короче, просто еда. Теперь одевайся, еда, блин. Так, это сюда. Так. А, все. Так, вот что-то у нас. И у нас что тут? Это все пойдет в мусорное ведро. Так. Продукта. Так. После распаковки... Сейчас. Я просто распакую по-быстренько. А это все. Ну, просто щетка, что не видишь. Отправимся в ванну. Ставим это все сюда. Почему только три? У нас же 4 человека в семье. Ой, извини, кто-то не будет. Это буду я? А нет, это будет те, у кого зубы чище всего. Кто это? Владик. А, окей. Я пойду выкину это пакеты. Хотя, зачем мне выкидывать их? Так. Ты, короче, готова? Мы сейчас... Что? Я... Что я... Это самое... Куда выходить? Мы сейчас... Это самое... Мы сейчас поведем тебя в садик сегодня. Идем опять в садик. Не хочу в садик. Ой, извиняюсь, в школу. Ну да, и в школу я тоже не хочу. Господи, опять второй класс, где умечение. Господи, ужас. Ты уже одета, поэтому шуруй быстро. Одна. Я сейчас Лилю подниму, потому что я сейчас не могу. Вставай. А, да что? Что случилось? Иди, я пока просто посмотрю, выведи, короче, малую школу. А чё это? С тобой бесполезно говорить. Малая, чё тут? Короче, одевайся, меня тут в школу надо водить уже. Макад был. Я здесь, я готов, Чинка. А ты? Я тоже. Всё, пошли, малая. Быстро в школу. Быстро. Идут, они идут, и вот уже пришли к школе. Поехали. Малая, иди в школу, а то ты уже опаздываешь. Быстро. Ой, ладно, это мой первый день. Ну, в школе в втором классе. Девочки, привет. Привет, как тебя зовут? И бла-бла-бла-бла. Короче, возвращаемся к уроку. Урок. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк.
вроде урок. Побежали, девочки. Побежали. Быстро. Быстро, быстро. Не могу сесть. Чуть странно садиться. Она быстро села. Я отойду, господи, лучше. И не могу тоже сесть здесь. Нужно за эти парты садиться. Я лучше постою. Стоять будешь, значит? Ну, стой, стой. Извините, я тут тоже зашла. Я попробую сесть. О, все. Ну что, села? Сколько колебаний было, а? Итак, сегодня мы произносим тему. Так, после всех уроков. А, что? Урок закончился, урок закончился, урок закончился, урок закончился. А, что, урок закончился? Да, это хорошо. Но странно. Всем пока. Ага, пока. Иду свою родню ждать уже. О, привет. Привет. Что, поехали? Поехали. Что туда залез? Смотри, что я умею. Мы что туда все залезли? Я тоже посижу. Так, хватит туда залезать. Уже дома. А сейчас, ребятушки, я уже покажу вам именно, когда я уже стала подростком, и поэтому на этом видео заканчивается. Я покажу это в следующем видео. Всем пока-пока.